Особое мнение на 101 FM. 13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор средней школы поселка Вахруши, блогер, историк Игорь Олин. Игорь, добрый день. Добрый день. У меня был большой список вопросов. Я тут за выходные посмотрела множество тем, которые вы так или иначе комментируете. Они находятся в сфере ваших интересов. Но начать все-таки хочется с вашего блога, который мы тоже опубликовали на нашем сайте. Этот блог касается ситуации вокруг полигона, мусорного полигона в деревне Осинцы. И вы пишете, что в поселке Вахруши прошел очередной митинг противников строительства полигона, который уже построен, который уже запущен, который уже эксплуатируется, несмотря на решение судов. И что вы там описываете, честно говоря, но эти вещи, они как-то повергают в шок, когда ты читаешь про то, что регулярно находят на соседних прудах десятки погибших птиц, когда вы пишете, что вырубаются деревья в округе, а не сажаются, как вот было обещано когда-то строителям полигона, что он будет прикрыт такой стеной леса практически, когда вы говорите, что мусорные короли, то есть владельцы полигона, людей слушать не хотят, не слышат. Ну вот я впервые у вас читаю такой серьезный и такой жесткий в своих оценках блок, который касается полигона в Осинцах. Не хочу пересказывать этот пост, но хочу у вас спросить, насколько напряженная с вашей точки зрения сейчас ситуация в Вахрушах и в Слободском районе по поводу этого полигона? Что говорят и что чувствуют жители? Вы там были на этом митинге и все слышали. Не особенно горько было слушать вчера выступление лидеров вот активистов, которые возглавляют группу «Слободской район против мусорного полигона», потому что в первое время, даже первые годы, я не занимал такой крайней позиции противников, потому что, будучи еще депутатом районной думы, слушал и другую сторону, был на встречах с представителями общественной палаты Кировской области и, в общем-то, хотел верить тем словам, тем обещаниям, что на этом полигоне будут использованы самые современные европейские технологии, что ничего подобного, ничего похожего на свалку в Костино в принципе не может там появиться. Это будет все совершенно по-другому. Вы даже не узнаете. А сейчас мы узнаем, и мы сталкиваемся практически с той же самой картиной безобразной свалки, какие можно наблюдать у нас по всем городам и весям. Поэтому, ну, население, так скажем, в Вахрушах, оно разделилось на несколько категорий по отношению вот к этому строительству, к этому объекту. На сами митинги ходит не слишком много людей, то есть это обычно 200-300 человек. Вчера было примерно столько же, по вашим оценкам. Да, было примерно столько же, как и обычно. Но, правда, контингент он меняется, то есть не все могут в данный конкретный день, в данный конкретный час прийти. Я думаю, что где-то около 500 человек – это вот активные противники полигона, которые сейчас ведут активную еще и деятельность со своими соседями, знакомыми, объясняя, чем может нашему поселку грозить вот создание объекта в том виде, в каком он сейчас возводится. Я думаю, вот мы на этом митинге звучали слова, что, конечно, сейчас пока мы не почувствовали еще непосредственных последствий, чтобы их можно было там понюхать, потрогать руками или лицезреть, но летом это уже все можно будет увидеть, потому что те, кто контролирует происходящее в том месте, они уже видят этот разлетающийся мусор, который покрыл весь окружающий лес, там на глубину пока 50-100 метров. Эти огромные стаи птиц, тысячи чаек, тысячи ворон, которые уже там живут. И
меньше их, естественно, не станет. И вот эти птицы, они каким-то загадочным, странным образом у нас массово умирают, гибнут. Да, вы пишете, что 19 апреля за два дня до митинга на пруду в Столбово, это очень известный пруд, туда и кировчане на купание приезжают, обнаружено сотни мертвых чаек. Да, около 300, мне сказали, мертвых чаек, причем это уже не первый такой случай. Предыдущие, они широко освещались у нас в средствах массовой информации, но так и не была выяснена до конца причина вот этой гибели, что чем там они отравились. Конечно, закрадывается подозрение, что это каким-то образом связано и с деятельностью полигона, потому что раньше с подобными эксцессами никто не сталкивался. Запах, он уже стоит за несколько сотен метров до этого полигона, страшный, страшная вонь. Пока груда мусора, она еще высотой, ну, там 2-2,5 метра, а так как она активно будет увеличиваться, сейчас, ну, непосредственно, так скажем, вот те общественные группы, которые многократно создавались, что они будут осуществлять общественный контроль за соблюдением технологий, я так понял, они не могут или не ведут по каким-то причинам вот эту деятельность время. Контрольную, потому что собственник не заинтересован, потому что полигон частный, все кругом огорожено, никто не допускается на его территорию, можно только наблюдать как бы извне, что там происходит. И у многих возникают сомнения, вчера тоже на митинге это звучало, что те обещанные технологии, о которых много говорилось, в реальности они не воплощаются. То есть говорилось, что каждый слой мусора будет утрамбовываться специальной техникой, что он будет пересыпаться грунтом, поливаться водой, что запаха не будет этого разлетающегося мусора, что никакого фильтрата там не будет, что там земля закрыта некой мембраной. Сейчас очень глубокие сомнения, что, может быть, это на бумаге где-то и было, и есть, но в реальности, что это соблюдается, очень большие сомнения. Кроме того, вы говорите, что обещанная сортировка сейчас осуществляется несколькими выходцами, я цитирую по вашему блогу, со Средней Азии, которые с помощью острого зрения и подручных средств пытаются выделить нечто в огромной мусорной куче. Несчастные мигранты прямо на свалке живут. Действительно так? Да, вот такая ситуация, она уже неоднократно описывалась различными ораторами на митингах, что никакой механизации, автоматизации, тем более сортировки мусора не происходит. Все вручную, примитивный ручной труд людей, которые согласны, видимо, в таких условиях там трудиться, жить. Вы пишете, что на днях случился новый показательный скандал, не требующий комментариев. По границам полигона в зеленой зоне были вырублены более 100 деревьев большого диаметра, которые затем умыкнули через пропускной пункт под видеокамерами. Этот материал у нас опубликован в Слободской газете «Скат-инфо». Это бесплатная газета, он с очень большим тиражом. Люди, которые выпускают эту газету, они очень пристально следят за событиями, происходящими вокруг полигона, и там регулярно появляются различные материалы, ему посвященные, поэтому я пользуюсь именно вот этой информацией, полученной из этой газеты. Чувствуете ли вы, что протестная деятельность нарастает, или все-таки нет, вот она более-менее ядро сформировалось, и оно как-то пытается бороться? Пока ядро сформировалось, оно достаточно большое, и это ядро не только жителей Вахрушей, не только жителей Зонихи. Сейчас уже к нему начинают присоединяться представители Кирова, представители разных территорий. Но это, как правило, специалисты или такие серьезные общественники, которые известны своей гражданской позицией, они тоже не могут просто так взирать на то, что происходит, каким-то образом пытаются повлиять на ситуацию. Вчера на митинге были представители власти, представители общественной палаты, кто-то, кто участвовал в процессе раньше? Нет, на митинге, как правило, другая сторона, она не выступает. Поэтому ее точку зрения сейчас мы не слышим, не видим, мы ее просто можем наблюдать, что решение принято, что оно окончательное, что решение суда никого не интересует, что этот полигон, вот он будет здесь, и
что бы вы там ни говорили и не хотели, не предлагали, это не будет услышано. То есть, еще раз, вчера не было представителей собственников на митинге, не было представителей властей, ни местных, ни региональных, не было представителей Куприта, регионального оператора, и не было общественной палаты. Правильно я вас понимаю? Ну, во всяком случае, никто из них не выступал. Не выступал никто. Угу. Никто не выступал. А собираются ли люди, как часто они планируют там выходить на какие-то там вот подобные митинги? Говорилось ли об этом вчера? Митинги проводятся регулярно. Сейчас они практически в ежемесячном режиме проходят. Да, планируются митинги дальше. Во-первых, нам очень интересно следить за ситуацией, как она развивается у нас в судах, потому что предпринимаются очень серьезные шаги юристами, теми, кто поддерживает группу «Слободской район» против мусорного полигона. Соответственно, будут подаваться иски на то, чтобы признать вот этот объект самостроем, чтобы его можно было законно совершенно закрыть, да, потому что сейчас, несмотря на признание незаконности разрешения, он продолжает функционировать и может по нашему законодательству функционировать. Продолжаются еще судебные действия, связанные со спариванием местным отделением ДОСААФ. Да, вот все-таки там прямое нарушение федерального законодательства идет. И что бы ни говорилось, федеральная норма закона, раз она есть, ее никуда не сдвинешь. Если в 15-километровой зоне, значит, в 15-километровой зоне. Поэтому здесь, конечно, есть желание вывести этот спор на федеральный уровень, чтобы в конечном итоге дали оценку и арбитражный суд, может быть, высший арбитражный суд и Генеральная прокуратура. Игорь Олин, это его особое мнение. Мы слушаем, прервемся на полминуты и продолжим. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». В микрофоне сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает историк, блогер, директор школы Игорь Олин. Мы сейчас затронем тему образования. Не очень давно газета «Ведомости» опубликовала следующую информацию. Министерство просвещения напомнило о правилах посещения школы для непривитых детей. Для детей, которые не пришли обследование на инфекционные заболевания, непривитых, ходить в школу нужно запретить. Запрещается, сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо замминистра образования Татьяны Синюгиной в Комитете Госдумы по охране здоровья. Как отмечается в письме, его цитирует агентство Интерфакс, право на образование таким образом ущемлено не будет, детей переведут на дистанционное или домашнее обучение. Давайте попытаемся разобраться в этом вопросе на примере вашей школы. Сколько таких детей, знаете ли вы, таких детей в вашей школе, которые в школу ходят, но при этом являются непривитыми? Речь идет об обязательных прививках по национальному календарю. Таких детей у нас из 963. Это какая-то позиция принципиальная их родителей? Они делают этот выбор? Как правило, да, это принципиальная позиция родителей. И законодательство позволяло писать отказ от прививок? Они пишут отказ. Были ли ранее требования о том, чтобы эти дети не посещали школу, а были бы переведены на домашнее или дистанционное обучение? Нет, да, вот этого заявления, таких требований специальных не приходило. С этими детьми были когда-то неприятности, с непривитыми детьми, что они болели или являлись очагами заражения? Нет, конечно, не было, да, потому что там, ну, такие болезни, они уже скорее сейчас считаются экзотическими. Я все равно считаю, что путем запретов, запугивания родителей нельзя здесь действовать, потому что они ведь не просто так отказываются от этих прививок. Я пытался понять вот эту позицию, эту точку зрения. Со многими очень людьми говорил, в том числе и с теми, кто выступает против. У каждого из них, или я даже скажу, у каждого из нас, потому что среди моих знакомых вот этот факт нашел подтверждение, есть семьи знакомые, где в результате прививки ребенку затем семья очень серьезно пострадала, этот ребенок очень серьезно пострадал. Поэтому, раз такие случаи есть, они не такие редкие,
может быть, процентом отношения не редки, но у каждого вот эти примеры перед глазами. Может быть, еще какие-то есть мировоззренческие установки по этому поводу. Поэтому с такими семьями, конечно, мне кажется, надо работать только методом убеждения, в том числе со стороны медицинских организаций, профилактикой, беседами, тщательным, может быть, изучением здоровья именно данного конкретного ребенка. То есть если у родителя есть какие-то страхи, что у него аллергичный ребенок, или ну, он знает какие-то его особенности, да, чтобы его постараться убедить, если это на самом деле так, или согласиться с ним, что он может не делать эту прививку. Я вот сторонник прививок, да, вот по этому национальному календарю, когда-то смотрел потрясающий фильм о том, как создавалась прививка от полиомиелита. Миллионы детей в начале 20 века, еще в первой половине 20 века, они либо погибали, либо становились инвалидами, как вот Франклин Рузвельт, президент США, который не мог двигаться, да, в инвалидной коляске, потом всю жизнь провел после этого заболевания. И создатели вот этой вакцины, а тут очень тесно вместе работали в условиях холодной войны и советские медики, и американские медики, они шли там, ну, там настоящие были подвиги самоотречения и самопожертвования, когда ну, вот на себе проверяли, да, там на своих детях доказывали, что это работает. И мы сейчас забыли об этой страшной напасти. Поэтому, конечно, они вызывают эти ученые, эти медики ради всего человечества, ради всех детей. Вот они создавали эти вещи, и мы должны это тоже понимать и помнить, что это делается-то ради добра. Но и вот эти семьи, которые сегодня немногие, да, вот это такой маленький процент семей, с одной стороны, конечно, я понимаю, государство не хочет их поощрять, потому что если мы скажем, ну, давайте вот родители сами тут все решайте. Да, но насколько адекватная вот эта вот мера о переводе детей на домашнее обучение? На домашнее обучение вывести, конечно, не так просто. Это вот заявить просто, что такое домашнее обучение. У нас в стране есть очень такой четкий перечень заболеваний, по которым медики могут перевести ребенка на домашнее обучение. И когда-то я этим вопросом интересовался, сравнивал наше законодательство с белорусским законодательством. У нас этот перечень очень усеченный по сравнению с белорусами. Потому что иногда сама школа, например, предлагает вывести ребенка на домашнее обучение, исходя из его психических, поведенческих моментов, которые он проявляет в школе. Но медики здесь не согласны, потому что в перечне этого нет. В Беларуси есть. Поэтому на этом, я так полагаю, скорее всего, тут и финансовый, экономический фактор тоже присутствует. И вывести на домашнее обучение, это значит организовать обучение полностью ведь на дому. Это надо оплачивать там от 10 до 14, ну, сейчас, может быть, таких четких часов-то и не обозначено, но все равно это 10-14 часов, которые ты будешь платить учителю за работу с данным конкретным ребенком. Если их будет много, это будет довольно дорогостоящее мероприятие. Да, я должна поправиться. Не замминистра образования, сейчас ведь разделено, да, Министерство просвещения есть, так школа относится сейчас к Министерству просвещения, и Татьяна Синюгина, она замминистра просвещения, конечно же. Было пояснение потом, после того, как последовало такое заявление Синюгиной, Минпросвещение сказали, что это лишь разъяснение давно существующего порядка, а не запрет невакцинированным детям посещать школу. Указаны в письме разъяснения действующие нормативные рамки, призваны еще раз обозначить необходимые меры для создания безопасной образовательной среды. Из этого вообще непонятно. Все-таки запрет, не запрет, вывод, не вывод, и какие за этим конкретные меры последуют? В отношении, например, вас, директоров школ, скажут ли вам этих детей выявлять, предоставить списки и всех выводить? Если такие нормы существуют, то, конечно, может быть дано поручение прокуратуре, и она может написать представление об устранении вот, нарушений подобных, и, соответственно, мы вынуждены будем каким-то образом выполнить эти представления, соответственно, провести работу с этими семьями, и убедить их либо пройти вакцинацию, либо вывести на домашнее обучение.
Так, следующий вопрос, который тоже касается школьников и, прежде всего, подростков. Портал МЕЛ, который много внимания уделяет образованию и много внимания уделяет именно подростковой тематике, они нас со ссылкой на Вести.ру сообщают, что в соцсети вернулась игра, популярная в 2017 году, «Прятки на 24 часа». Заключается она в том, что подросток по сигналу из соцсети пропадает из поля зрения родителей на сутки, отключает телефон и куда-то уходит, в общем, ни с кем не общается. И даже приводит уже примеры таких новых случаев. Того, что я хочу спросить. Что это такое? Это очередная страшилка или это действительно угроза? Потому что вот что касается истории с синими китами, очень громкой, которая была в свое время, я видела два лагеря конкретно очень разных, стоящих на разных позициях. Я знаю лично людей, которые говорят, вот в том числе и наш детский омбудсмен Владимир Шабардин, он здесь открыто говорил в студии, что это страшная угроза, это действительно так. Он говорил, что лично наблюдал в соцсети, и даже они, когда выводили несколько таких источников, лично участвовал в переписке с этими людьми, которые заманивают детей вот в такую игру «Синий кит», и он говорит, что это страшно, потому что есть страшные прецеденты, в том числе и у нас. И я знаю других людей, и там среди них очень много журналистов, кстати говоря, которые говорят, что это все страшилка, миф раздутая, и все совсем не так. А на вашем опыте это ваши дети, вы их видите, и вы, безусловно, видите все проблемы и плюсы там соцсетей. Но мы сейчас говорим о конкретно вот этих вот играх, которые опасны для детей, потому что я себе представляю, если бы мой ребенок пропал на 24 часа. Что угодно могло бы случиться и с ней, и с нами, и со всеми. Что это, угроза или страшилка? Ну, я практически убежден, что ребенок, который может пропасть на 24 часа вот из-за этой игры, якобы сегодня распространенной в интернете, он может пропасть на 24 часа и без этой игры. То есть она не касается основной массы детей, где в семьях нормальные доверительные отношения между детьми и родителями. Потому что любой ребенок вот в этом возрасте, когда они активно начинают в социальных сетях общаться, это уже подростковый возраст, они уже все прекрасно понимают, что такое беспокойство родителей, что такое беспокойство там, мамы или папы. Потому что мы, например, сталкивались с ситуациями, когда ребенок уходит из школы к однокласснику, заходит на 2 часа, и начинается, страшно представить, что начинают искать этого ребенка, у него там отключен мобильный телефон, или он его с собой забыл взять, и все силы брошены на того, чтобы найти, но он в конечном итоге находится, он просто зашел к подружке там, или к другу посидеть, поиграть, заигрался. Вот 2-3 часа, 24 часа, поэтому это, конечно, нетрудно представить. Это уже есть неблагополучие, оно уже существует, и такая игра, это просто в условиях этого неблагополучия стремление ребенка, ну что ли, еще раз своим родителям каким-то образом продемонстрировать, потому что словами и не словами не получается продемонстрировать, что вот что-то не так у них в отношениях. Угу. Мы с вами обсуждали на прошлой неделе в «Дневном развороте» инициативу одного депутата, женщины из Московской городской думы, которая призывала запретить страшные игрушки, да, не покупать игрушку Дракулу, чтобы не воспитывать Дракулу из ребенка. И тоже как раз говорили о том, какие сложности бывают у детей, из чего они вырастают. Вовсе не из игрушек, да, мы тогда с вами говорили, и вовсе не из... в том числе и каких-то игр в социальных сетях, а из внутренней ситуации в семье. И насчет вот этой неблагополучной внутренней ситуации в семье или там порога, что является неблагополучием или благополучием, об этом сейчас очень много говорят, в том числе и в связи с тем, а может быть, в первую очередь, в связи с тем страшным событием, которое произошло в Кировской области, в городе Кирове, и которое получило такой огромный резонанс в СМИ всей страны. Это гибель 3-летней девочки, которую молодая мать оставила дома на неделю. Мы все это прекрасно помним. После этого в разных регионах, в том числе и в нашем, ну, в нашем прежде всего будем обсуждать, возник проект, который называется «Детство без жестокости». И этот проект двигает Кировская городская дума и различные чиновники. И мне бы хотелось этот проект с вами обсудить, но уже после короткого перерыва. Особое мнение на 101 FM.
Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. Это я. А свое особое мнение высказывает Игорь Олин. Он сидит напротив меня. И мы продолжаем разговор о безопасном детстве или там детстве без жестокости. О мире без жестокости, может быть, вообще мы об этом поговорим. Уже не первый пресс-релиз выходит на сайте Кировской городской думы, который посвящен вот этому проекту «Детство без жестокости». Что нам сообщает этот сайт Кировской городской думы? Он говорит нам, за последний месяц принято уже 219 сообщений о нарушении прав детей. За весь прошлый год 285 сообщений было принято. Возник этот проект «Детство без жестокости» из-за того трагического случая, который получил широкую огласку и огромный резонанс во всей стране. Это смерть трехлетней девочки, которую молодая мать заперла в доме, выключив воду, убрав всю еду из холодильника и уйдя на это время к подруге. Было много телепередач, радиопередач, публикаций в газетах и прочее. И вот после этого возник у нас вот тут в Кировской области проект «Детство без жестокости». Проект направлен на раннее, как сказано, выявление неблагополучия в семьях, чтобы защитить вот этих детей. И говорят организаторы этого проекта, что вот такие первые успешные результаты, когда за один месяц получено почти столько же сообщений о нарушении прав детей, сколько за весь прошедший год, это, возможно, результат акции, которую они проводят «Детство без жестокости». Согласны ли вы с этим? И нужно ли проводить такие акции? Ну, наверное, в какой-то мере. Может быть, не все акция, да, вот, возможно, и резонансные все эти многочисленные дела, связанные с тем, что дети погибали, что родители относились к ним так вот халатно или бесчеловечно даже в каких-то случаях, резонансно. Поэтому, да, наверное, стали больше люди обращать внимание там, на соседей, на тех, кого они знают, реагировать каким-то образом. Все-таки у нас в обществе много неравнодушных людей остается еще. И поэтому такие сигналы, наверное, начали поступать. И какие, за этим какая-то подоплека есть. Инструменты, которые предлагают участники этой акции, еще прежде всего это чиновники там, да, и разные ведомства, которые занимаются детьми. Безусловно, главной целью проекта «Детство без жестокости» является создание центра содействия раннему выявлению семейного благополучия. Видимо, это была отпечатка. Видимо, неблагополучие все-таки семейного. Да, неблагополучие, да. В администрации города создана рабочая группа, которая нацелена на изыскание возможности открытия такого учреждения в Кирове. Чем, на ваш взгляд, такой центр будет заниматься? У меня вопрос. Ну, у нас любят, конечно, открывать самые различные центры. Даже вот недавно пришлось от наших руководителей органов управления образования слушать о национальном проекте образования. И опять там часто звучит это слово, что тут центры создадим такие, сякие центры. Конечно, может быть, их, ну пусть они создаются, но, конечно, центрами все эти проблемы не решить. Их надо решать, эти проблемы в комплексе. То есть это не просто задача органов управления образования. Это задача власти в целом. И ситуация, когда возникают вот эти страшные случаи, они могут быть устранимы только в целом с повышением качества жизни людей и уровня жизни людей. Потому что страшные, конечно, вещи бывают. Я вот вам сейчас расскажу кошмарный буквально случай. Вот у нас несколько лет назад был, когда мать вот воспитывала ребенка одного. Она вернулась из мест лишения свободы, сидела за убийство. Она была наркоманкой. И она очень любила своего ребенка, но так страшно его любила, что она просто его не выпускала на улицу. И фактически, ну, даже если не на привязи, он все время был у нее закрыт. И в какое-то время она не стала его отпускать и в школу. Она все время опасалась, что, потому что это было, видимо, у нее в жизни, что ребенка забирали и помещали вот в центры временного содержания.
И у нее на фоне вот употребления всяких этих психоактивных веществ такой сдвиг по фазе произошел, и она начала практически мучить своего ребенка. Я как-то вызвался с социальным педагогом проехаться по нашим сложным семьям. В том числе вот мы доехали до квартиры, это коммунальная квартира, где жила вот эта мать. Она нам не открывала очень долго. Но так как у них есть общая дверь, и там есть еще, и был еще там сосед, вот он внял как-то нашим уговором, и это уже был поздний вечер, он открыл дверь. Открыл дверь, и мы застали ее, мы с ней поговорили, как бы еще что-то попытались сделать, каким-то образом ее убедить. Так, а в скором времени она этого соседа убила. Да, вот. За то, что он открыл вам дверь? Ну, мы полагаем, что это была одна из причин, то, что она вот его возненавидела. Это был старичок такой безобидный. И вот ее уже, когда арестовали за убийство повторно, то ребенка изъяли, естественно, и ну, сейчас он в семье воспитывается в одном из районов Кировской области. Я думаю, у него все хорошо. То есть разные семьи бывают и разные вот такие случаи. Конечно, когда-то просто необходимо реагировать, потому что вот, вот он, такой пример. Ну, вы знаете, что касается вот этих вот центров различных, о которых вы говорите, и о том, что вот только созданием комиссии там детства без жестокости что-то стало выявляться, заявляют там нам власти, да. Я, честно говоря, немножко удивлена этой ситуацией, потому что мы каждый год анализируем доклад еще раз нашего детского омбудсмена публичный, и здесь именно в этой студии, и он каждый год показывал цифры роста количества преступлений против детей. Причем большинство преступлений, половина преступлений, не большинство, почти половина преступлений в семьях происходит, и в родных семьях, и в опекунских, и так далее. И из года в год эти цифры росли. И что-то как-то на эти цифры никакими центрами не реагировали. И никакими проектами детства без жестокости тоже не реагировали. И я помню, как Владимир Валерьевич Шабардин, он бился за открытие вот этих зеленых комнат, куда могут обращаться сами дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Ведь тех, кого отпускают из дома, у них сложности возникают с тем, чтобы озвучить вообще свою вот эту проблему тяжелую. Трудно бывает, если родители не понимают, и близкие, и соседям наплевать, там, например, да? В школе трудно бывает озвучить. Вот такие зеленые комнаты, вторая из которых открылась там, в прошлом году, по-моему, две их только и есть, может быть, третья в этом году, я не помню, они с трудом открываются, но туда дети сами могут обращаться, и там уже работают специалисты. Имеет ли смысл создавать еще какую-то альтернативу вот такие и тратить на это какие-то там средства людские? Вот у меня в чем вопрос. Мне трудно тут сказать. Я хотел бы только еще с другой стороны посмотреть, что излишнее внимание вот к этой проблеме, оно порождает какое негативное последствие. Дети, склонные к асоциальному поведению, они очень хорошо и тонко чувствуют то, что с них могут потребовать, чего они действительно могут опасаться, чего они не могут опасаться. То есть если они понимают, что до 16 лет там, фактически их невозможно привлечь к ответственности за те или иные проступки, то они и не боятся, да, вот, и никаким образом не реагируют на меры органов системы профилактики. Есть такие дети, попадаются, пусть немного, но это еще одна категория бывают, детей. Да. И они в том числе используют вот эту тенденцию наказания родителей за жестокое обращение, потому что когда родители начинают к ним предъявлять претензии, они, например, могут прийти в полицию и написать заявление на своего родителя. И мы сталкивались с такими случаями, и мы прекрасно понимаем, что ну, родители каким-то образом вот этого упущенного, своего запущенного ребенка ну, пытаются в колею-то нормальную включить, но сталкиваются с тем, что просто ну, тут окончательный разрыв практически происходит. Еще один аспект, который хотелось в этой теме тоже поднять, когда мы говорим о подростках и когда говорим об их о социальном поведении, неблагополучном поведении, там, вообще чем они занимаются. Давайте посмотрим на наши города.
на Вахрушев посмотрим, на город Киров. Сейчас есть такой термин «приветливый город» или «неприветливый». Это значит, насколько инфраструктура городская приспособлена к нуждам, к запросам, желаниям, к любым запросам каких-то социальных групп. Вот социальная группа подростки. Давайте посмотрим на внешнюю инфраструктуру этого города. Она приспособлена для того, чтобы дети, которые в этом как раз возрасте выходят на улицу, объединяются, гуляют допоздна, чтобы они как-то знали, где и как проводить время. Я не скажу, что в этом направлении ничего не делалось бы. Очень хороший проект вот этих местных инициатив, когда сами граждане инициируют какие-то вещи, какие-то проекты. Он вот у нас в Вахрушах, например, отзывался тем, что была построена спортивная площадка. Была построена площадка детская, где были поставлены тренажеры, в том числе и для лиц. Жители осознают, что это необходимо. Да, подросткового возраста. Сейчас вот по проекту «Народный бюджет», который тоже там в Вахруше реализуют, лыжероллерная трасса будет сделана. Ну вот, например, в Гагаринском парке в этом году будут сделаны входные группы в Гагаринском парке. А экстрим-парк, который там существовал, вот такие, да, для скейтбордистов, он как был из поломанных фанер, так и остается. Я просто вот хочу довести мысль до конца, что кое-что в этом направлении делается. И, как правило, инициаторами являются сами жители. То есть они понимают, что по большому... Ну, то, что делается, оно, конечно, проблему не решает. Конечно, дети подросткового возраста, молодежь у нас чаще всего не имеет возможностей для самореализации. Или их очень мало. Хорошо, если ребенок попал в спортивную школу, в музыкальную школу, увлекся этим и так они и шагает, из-под палки ходят. Так и шагает вот, по жизни. Но если ни туда, ни сюда его не пристроили, возможности сегодня образовательных организаций организовать досуг именно детей, они тоже не слишком велики в связи и с тем, что работают, как правило, в две смены. Как правило, нет ни помещений свободных, ни времени детям свободного. Детям не хочется в помещении, им на улицу хочется. Нет педагогов, которые были, у нас же все время сокращали ставки, сокращены все, кого можно было только сократить, и поэтому просто вот так организовывать детей сегодня на улице, во-первых, некому за деньги. А так как это пытались сделать, например, в советское время, там, дворовые площадки организовывать за счет общественников, сегодня таких энтузиастов просто нет. Ну и понятно, почему их тоже нет. Все, закончилось время нашей сегодняшней программы. Это была программа «Особое мнение». У микрофона работала Светлана Занько. А свое особое мнение высказывал Игорь Олин, блогер, историк и директор школы. До свидания. Спасибо, Светлана. До свидания. «Особое мнение» на 101 FM.